После высадки из поезда наш полк выстроили у берега Волги. Волга, матушка. В ее неторопливых водах отражается душа всей России. Мы народное ополчение, новая российская армия. Наш долг — бороться с империалистами и угнетателями. Товарищ Сталин написал прежние бои за город. 3 года здесь лилась русская кровь. Взять Царицын — наш долг перед павшими товарищами. Men, orders from Comrade Stalin concerning our attack. Our first objective is to secure and hold the Red Line here. From this position, we will advance to this area, Zevina's ruins. Once we have this sector, we will look to take control of the Don River. From here, we can launch an assault on Tsaritsyn itself. Comrades, the success of our revolution depends upon this fight. Это вражеский боец? Вижу солдата неприятеля. Там вражеский солдат. Осторожно, вражеский солдат. Аптечка пригодится! Бросай гранату! Осторожно! Аптечка! Спасибо. Ранили! Я тебе помогу! У них пулемет! Вон там! Вижу вражеского разведчика! Держите гранату, сволочи! Аптечка пригодится! We have taken the sector. Clear the sector from enemy presence. We have secured the sector. Аптечка, лови! Спасибо.
Аптечка, подлечись! Я тебя подлечу. Это тебе аптечка? Разведчик! Вон там! Вот тебе аптечка! Тебя же ранили! Надо подлечить! Я тебя подлатаю! Это тебе аптечка! Вот, лови! Аптечка! We have taken objective butter. Я тебя заштопаю! Аптечка! Держи аптечку! Твои раны. Аптечка, подлечись! Тебя ранили! Я тебе помогу!
Аптечка! Используй с толком! We have taken the sector. Clear the sector from enemy presence. Тебя ранили! Я тебе помогу! Ранен! Я тебя подлатаю! We have secured the sector. Вот, лови! Аптечка! Objective is within our reach. Это тебе аптечка! Ты ранен! Я помогу! Там их разведчик! We have taken objective Butter. Я тебе помогу. Аптечка! Half of our forces remain. Граната гадов! Вот тебе. Ты ранен! Я тебя подлечу! Вражеский всадник! Вон там! We are losing objective Butter. Граната пошла! Берегись!
Рената пошла! Берегись! Аптечка! Аптечка, лови! Rejoice, comrades, for we are victorious. We prove that the will of the people's army is stronger than those imperialists who try to destroy us. When we take the city, all of Russia will rise up, and we will be united once again. With their forces destabilized, the White Army retreated to the streets of Tsaritsyn that they had so recently fought to capture. General Wrangel knew that holding the town was vital for the counter-revolutionary forces in southern Russia. They needed such a base to launch an advance on Moscow. And without access to the oil and grain in the North Caucasus, it was evident that the coalition of white forces would soon weaken and ultimately break apart. Меня пугает зима. Революционного настроя недостаточно для поддержания боеспособности. Нужна еще теплая обувь. На подходах к городу меня поразило. Сколько вокруг свежих могил и крестов. Это русские. Их убили мы. Разве это не братоубийство? Из Москвы прислали оружие и провиант. Аж от сердца отлегло. Мы-то знаем, что товарища Сталина в Кремле недолюбливают. Comrades, the volunteer forces occupy several strongholds within the city. Our priority is to take the Yamchenko Street. Once secured, we should be able to advance into and hold the ruins of Savrasova Street. It is from here that we will launch our attack on Teplova Square and the Cathedral. With these positions under our control, we'll then move into and secure the Merchant District. Success here means the city will be ours once again. Our great leaders depend upon you. Это тебе аптечка. Пускай улетает. Гранату готов. Ранили? Я тебе помогу. Вижу разведчика неприятеля! Держите гранату, сволочи! Тебя ранили! Я тебе помогу! In the sector. We have secured the sector. Тебя же ранили! Надо подлечить! Thank you.
Я тебя заштопаю! Аптечка! Я тебя подлатаю! Вот, лови! Аптечка! You've taken objective Butter. Это тебе аптечка? Аптечка, подлечись! Я займусь твоей раной! Я подлечусь. Вижу пулеметчика. Аптечка. Держи аптечку! Пошла! Берегись! Это тебе аптечка! Тебя ранили! Я тебе помогу! Аптечка! Аптечка! Подлечись!
Half of our forces remain. Ловите гранату! Аптечка! Дайте патроны, скорее! Противника! Отлично! Меня ранили! Нужна помощь! Нужны патроны! Вон там! Вражеский пулеметчик! Это вражеский медик! Аптечка пригодится. Граната пошла. Ранили. Я тебе помогу. Аптечка пригодится. Аптечка, лови! Вижу вражеского разведчика! Twenty of our soldiers remain. Вот тебе аптечка.
We have lost this fight. Remember our mission. A mission for peace, bread and land. We must battle once again. Используй с толком! Ранен! Я тебя подлатаю! Это тебе аптечка? Да. Аптечка! Пулемет! Ураловский! Аптечка! Используй с толком! Граната пошла! Ранили! Я тебе помогу! Аптечка! Аптечка, лови! Пулемет! Берегись! Я тебя подлатаю! Это тебе аптечка? Аптечка, пригодится! Аптечка, пригодится!
аптечка! Я тебе помогу. Вот, лови, аптечка. Вражеский разведчик, он там. Держи, я помогу. Держи аптечку. Аптечка! Разведчик! Граната! Поберегись! Аптечка, подлечись! Аптечка, пригодится! Тебя подлечить? Аптечка! Аптечка! Аптечка, пригодится! Тебя заранили! Надо подлечить! Поберегись, граната!
Я тебя заштопаю! Аптечка! Используй с толком! Another defeat. Yet we still live and breathe. Fight for the Kremlin. Fight to the last man. Вот, лови! Аптечка! Это тебе аптечка! Там их разведчик! Аптечка, лови! Там у них пулемет!
ранен? Я тебя подлатаю. Вот им граната! Аптечка! Медик! Аптечка, подлечись! Аптечка! Займусь твоей раной. Туда смотри! Вражеский медик! Пригодится! Тут штурмовик! Вон там! Медик! Пулемет! Вон там! Это тебе аптечка! Держи аптечку!
We have lost the battle and must kneel in defeat. The White Rebellion and their Imperial allies have proven themselves stronger. Retreat and protect Moscow. Had the White Army succeeded in holding Tsaritsyn and kept control of the Volga River, access to oil and grain would have surely strengthened their tiring forces. With fuel in their tanks and food in their stores, perhaps their subsequent march on Moscow would have been successful and seen the volunteer army put an end to the socialist revolution. Had the Reds lost Tsaritsyn, perhaps Commissar Joseph Stalin's position in the Bolshevik ranks would not have been so favorable, and so the future of Soviet Russia would have looked very different indeed.